Дагестан в числе регионов с наименьшим количеством заключенных брачных договоров. Так, по данным Ассоциации нотариусов республики, за последние 5 лет составлено всего 475 таких документов. В Дагестане есть несколько причин, по которым его заключают. В основном его подписывают возрастные пары, которые в браке уже много лет. Еще одна причина – желание быть собственниками нажитого имущества в равных долях. Оплата по ипотеке и дарение своей доли супругу. А вот молодожены от формальности отказываются, по словам специалистов, из-за не совсем корректного представления о брачном договоре. Многие думают, что это непременно приведет к разводу. Разумеется, ничего общего между этими явлениями нет.